Уже вторую неделю на рынках Бийска продают красную ягоду. Прилавки буквально ломятся от Виктории. Как отмечают некоторые садоводы, этим летом сладкого урожая удалось собрать гораздо больше, чем в прошлом году. Однако ягодный сезон начался чуть позже обычного. Это бийчане связывают с погодными условиями. Сегодня наша съемочная группа провела мониторинг рыночных цен. Как отмечают садоводы, в начале сезона ягода была дороже. Сейчас же она гораздо дешевле. Так, цена за 1,5-литровый стакан Виктории варьируется от 60 до 100 рублей. Стоимость 3-литрового ведра от 300 до 500 рублей. А вот 5-литровое ведро можно купить от 500 до 700 рублей. Добавим, что кроме Виктории на прилавках много земляники. Цена за стакан 200 рублей. А вот стоимость за ведро доходит до 1500. Как нам сегодня удалось выяснить, самый дорогой урожай продают на вокзале. Так что перед тем, как отправиться на рынок, не поленитесь пробежаться по Бийску. Некоторые садоводы делают хорошую скидку, особенно под занавес рабочего дня. Ну а если вы не желаете платить, то можете самостоятельно отправиться на сбор земляники. Несколько ягодных мест есть на полях рядом с Белокурихой.